Здравствуйте, дорогие подписчики и уважаемые друзья! Год 2021 приносит нам все больше и больше трагедий. Особенно тяжело, когда уходят самые любимые кумиры, те люди, которые сопровождали всю нашу жизнь. Несчастье современного человека велико, и ему не хватает самого главного смысла жизни. Дорогие друзья, если вы еще не подписаны на наш канал, вы можете нажать на колокольчик, выбрать все уведомления, а также вы можете стать спонсором нашего канала, если вам нравится наш контент. Вслед за постигшим горем всегда идут его спутники. Эти спутники стучатся к нам, не отпускают нас и не дают нам спокойствия. Днем и ночью они отнимают наши силы, занимают наши мысли, отвлекают нас, требуя ответов. Кто эти спутники? Кто задал нам эти вечные вопросы? Зачем нам жить? Как нам дальше быть и куда идти? В чем же смысл жизни? При всем трагизме ситуации, которую переживает горюющий человек, понимание смысла жизни может стать важнейшим трамплином для понимания самого себя. Преображение своей жизни, жизни окружающих, придание ей настоящего смысла, о котором, к сожалению, мы заботимся обычно только в самые кризисные этапы своей жизни. Человек, понявший смысл жизни, может понять и смысл смерти. Это послужит не только утешение самому горюющему, но и тому, кого мы оплакиваем, по кому мы тоскуем. Дорогие друзья, совсем недавно ушел из жизни величайший актер театра и кино, заслуженный артист, актер Советского Союза и современной России. Его трижды расцеловал Владимир Владимирович Путин на приеме в Кремле. Смерть выдавала признаки насильственной смерти, но актер ушел естественным путем по причине возраста. В Москве обнаружено тело заслуженного артиста Российской Федерации Анатолия Салимоненко. Анатолий Салимоненко родился в 1941 году. Зрителям в первую очередь он известен по фильму-спектаклю «Декабрь», по картине «Весна поет» и по художественному фильму «Где 042». Актер замечательно играл и в театральных постановках, таких как «Татьяна Репина», «Гудбай Америка», «Собачье сердце», а фильмы принесли ему наибольший успех у зрителей. Это «Родины солдат», «Аэропорт со служебного входа» и «Сердце друга». Дорогие друзья, я желаю вам, чтобы вы как можно скорее познали смысл жизни, и жизнь ваша была счастлива. Берегите своих близких, своих родных. И если вы хотите быть в курсе последних новостей, подписывайтесь на мой канал. Увидимся!